Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами сайт Bitcoin Cloud Mining Center, и сегодня у нас на обзоре новый среднедоходный хайп под названием BitShell. И для того, чтобы начать наш обзор, давайте перейдем непосредственно на сайт проекта. Итак, давайте начнем наш обзор с инвестиционных планов проекта. Проект предлагает нам 3 инвестиционных плана. Первый предполагает 5% прибыли ежедневно, длится 30 дней, и минимальный инвестиционный вклад здесь составляет $10, а максимальный 5000. Второй инвестиционный план предлагает 7% ежедневного дохода, также дается на 30 дней. Минимальная инвестиция здесь составит $5001 и максимальная $25000. И третий инвестиционный план – это 9% дохода ежедневно, также 30 дней длительности. И минимальная инвестиция тут составит $25001 и максимальная $50000. Если мы посмотрим на все инвестиционные планы внимательно, то легко будет понять, что самый выгодный – это первый инвестиционный план, так как здесь минимальный вклад очень невелик, и на этом инвестиционном плане могут попробовать проинвестировать практически все инвесторы. На данной странице также можно воспользоваться калькулятором инвестиций. Для этого в окошке необходимо ввести сумму, которую вы желаете проинвестировать, и в окошке справа появится сумма предполагаемой прибыли за час, за день, неделю, а также целиком сумма, которая вернется вам после инвестиции. Также на сайте можно проверить сертификат. Документ говорит о том, что деятельность сайта вполне легальна. Также сайт обладает такими преимуществами, как быстрое и безопасное снятие средств. Обратите внимание, что у этого проекта снятие средств моментальное, и минимальная сумма для снятия всего 50 центов. Также поддержка техническая работает на проекте 24 часа 7 дней в неделю. И существует DDoS-защита от всевозможных атак. Также важно отметить, что проект предполагает дополнительный заработок в качестве реферала или же представителя проекта. Так, реферальная программа трехуровневая, и за каждый новый уровень рефералов, то есть приглашенных пользователей, вы сможете получить 7, 5 или 1% соответственно за каждый уровень. С представителями та же ситуация, есть возможность получать 10, 6 или 2% за каждый уровень пришедших новых пользователей. На странице ниже также есть возможность ознакомиться с краткой статистикой проекта. Теперь давайте рассмотрим вкладку «Часто задаваемых вопросов». В этом разделе собраны все самые привычные вопросы от других пользователей. Так, например, во вкладке «Депозит» можем узнать, какими же платежными системами можно пользоваться, работая с этим проектом. Так, в списке числится биткоин, лайткоин, эфириум, биткоин кэш, дошкоин, биткоин голд и такие платежные системы, как Perfect Money и Payeer. Также здесь можем узнать, что профит начисляется каждый час, соответственно, 24 раза в день. Теперь давайте перейдем к обзору нашего личного кабинета. На главной странице кабинета есть вся информация о пользователе, включая дату регистрации, текущий IP и время последнего входа в систему. Также здесь представлен баланс аккаунта, сколько всего было заработано средств, информация об активном депозите, о том, сколько средств на депозите всего, текущее снятие средств, последнее снятие, и информация о том, сколько было снято средств всего в сумме. Для того, чтобы положить деньги на депозит, необходимо кликнуть на соответствующую кнопочку, и система перенаправит вас на другую страницу, где можно выбрать тарифный план.
Также ввести сумму депозита и выбрать систему или криптовалюту, с которой будут зачислены средства на ваш аккаунт. После того, как вы выбрали все, вам необходимо кликнуть на кнопочку «Пополнить». Для того же, чтобы снять средства, вы кликаете на кнопочку «Снять». И в этом окне вам нужно выбрать платежную систему, куда будут сняты средства, ввести сумму, которую вы хотите снять, и сделать запрос. Обратите внимание, что информация о текущем балансе аккаунта здесь также обозначена в самом верху страницы. Также обратите внимание, что во вкладках «Активный депозит» и «История» соответственно представлены ваши активные депозиты и история снятия и пополнения аккаунта. Также во вкладке «Рефералы» вы можете найти информацию об активных рефералах, о том, сколько у вас всего рефералов и какая на текущий момент имеется реферальная комиссия. Внизу под этой табличкой есть более детальная информация о каждом из привлеченных пользователей. А во вкладке «Баннеры» можно выбрать размер баннера для вашего сайта или персонального блога и скопировать соответствующую ссылку для того, чтобы вставить ее на ваш сайт. Наш обзор подошел к концу. Обратите внимание, что у этого проекта есть страховка в размере $200, которая в случае скама проекта будет распределена между нашими рефералами пропорционально их убыткам. Также обратите внимание, что каждый пользователь, зарегистрированный по нашей реферальной ссылке, сможет заказать руфбэк в размере 3,5%. Не забывайте также посетить наш сайт, чтобы не пропустить свежие новости от мира криптовалют и информацию о новых хайпах. Подписывайтесь на наши социальные сети, а также присоединяйтесь к чату в Telegram. Здесь есть возможность пообщаться с другими инвесторами и также узнать много нового. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!